к этому относится, ну вот вы тоже можете посмотреть как угодно, как это интересно вам. Вот пусть автор скажет на несколько слов о том, сны это или не сны все-таки. Это не сны. Это все на самом деле. Для меня это уже такая родная, я ее вешаю в постель. Ну, человек ее в родительстве уже третий раз, да, сначала я там думаю, стеночка боюсь, да, потом на просвет, она весь у нас посреди всякие работы висели посреди зала, люди ходили, так, между, покачивались. Здорово. А здесь оказалось, что их можно просто проецировать на стену. В общем, такая выставка, это проекции, там, действительности, через фотоаппарат, через голову художника, на что-то, потом ваши головы, потом вы пойдете куда-то, это отнесете, на что-то спроектируете. Это очень сложная такая теракт такой вообще, это акция против, направлена на ваши мозги. Вот, ну и в общем все, а действительно художника пытаюсь, вот он все уже наговорил, я очень рад, что молодые ребята.